Анастасия Прошутинская родилась и выросла в городе Красавино. С детства девушку восхищала работа людей в белых халатах, и с выбором будущей профессии она определилась еще в школе. Из родственников с медициной никто не связан. Всегда в школе хотелось стать врачом, хотелось помогать людям. Даже мысли не было о выборе какой-то другой профессии. В старших курсах начинающего врача увлекла хирургия, а вернее ее более узкоспециализированная ветвь – урология. Это область медицины, изучающая этиологию, диагностику и лечение органов мочевыделительной системы. Дисциплина требует как теоретических знаний, так и много практики, которую молодой врач начинает получать с РБ. Идет третья неделя. Пока что привыкаю. Сложно. На плане совсем другая организация, совсем другие возможности, не как были при учебе в ординатуре. Коллектив прекрасный, хорошо принял. Постоянного уролога в Великоустюгской ЦРБ не было, и молодой специалист планирует поднять эту меддисциплину на новый уровень, чтобы устюжанам не приходилось обращаться за помощью в другие организации и города. Степан Крыжановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».